Всем привет! Вы на канале Ростиксона, сегодня я вам расскажу о Коине Роуз. А перед этим подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона, в котором он рассказывает инфу, которой нет на YouTube-канале. Например, различные ивенты, на которых вы можете заработать, различные конкурсы и опросы. К сожалению, YouTube могут закрыть, но вы можете продолжить получать контент в Телеграме. Также вы можете задать свои вопросы в телеграм-чате биржи Gate.io, все ссылки будут в описании. Напомню, что биржа Gate.io входит в топ-7 бирж мира. Вы также можете зарегистрироваться по ссылке в описании и получить вечную 20% скидку на комиссию. Спасибо им за поддержку. Итак, начнем. В 2018 году создана компания Oasis Labs. Это блокчейн-платформа для проведения облачных вычислений, которая призвана обеспечить их безопасность, эффективность и конфиденциальность. Благодаря разработанным технологиям компания планирует реализовать в цепочке сложные, трудоемкие процессы. Разработчики решили создать собственную сеть. В 2016 году компания провела закрытую продажу монет Rose. Удалось собрать 46 миллионов долларов от таких крупных венчурных инвесторов, как Андресен Хоровиц, Excel. Также Gate.io следили за ними еще тогда, одними из первых. Их финансовая поддержка должна была помочь в создании экосистемы нового поколения с приватными и высокомасштабируемыми программами в сфере DeFi. В основе проекта лежит собственный блокчейн Oasis. Это сеть с высокой масштабируемостью и низкими комиссиями, которая расширяет варианты использования приложений и DeFi, предлагает поддержку конфиденциальности данных, то есть децентрализованные финансовые сервисы смогут найти применение в корпоративном секторе и консорциумах. Ведь важную роль в последних играют и разглашение, и сохранность информации. Что такое Oasis Network, простыми словами? Криптовалюта Rose – нативная монета собственного блокчейна. Она создана для служебных целей. Важные особенности. Эта монета с ограниченным предложением. При запуске основной сети только 1,5 миллиарда коина поступил на рынок. Максимальный же объем предложений составляет 10 миллиардов. Основной функционал служебного коина – оплата операций, стейкинг, запуск смарт-контрактов, паратаймс, делегирование узлам. Но при этом монета может использоваться для трейдинга и инвестиций. Разработчики изначально предусмотрели механизм автоматического распределения. 2 миллиарда единиц криптовалюты выделены для наград операторам, нод и делегатам. Они получают доход за поддержание безопасной сети. Децентрализованная сеть использует алгоритм Proof of Stake. Базовая составляющая – уровень консенсуса. Он включает набор узлов, которые поддерживают работу блокчейна и обеспечивают его безопасность. Oasis Network Rose – это высоковольтидная монета. Она создавалась без привязки к цене фиата или драгоценного металла. Обеспечений долларовыми или золотыми резервами тоже нет. Разработчики, чтобы дать коину предпосылки для роста цены, внедрили механизм ограниченной эмиссии, то есть создание новых единиц невозможно, а значит при наличии спроса курс будет расти. Медленная разблокировка. В декабре 2021 года циркулирующее предложение составляло около 30%. Все коины поступят на рынок только через 10 лет после запуска Mainnet. Фонд. Он запускает программы грантов, поощрение распоряжается финансированием, чтобы улучшать экосистему и повышать ее востребованность. Это тоже способствует росту цены нативной криптомонеты. Поддержка крупных инвесторов, фондов, заключение партнерств с DeFi-разработчиками также служит защитой от обесценивания. Вы уже можете торговать Rose на Gate.io. Когда Rose был залистен на Gate.io, она стоила 3 цента. И в январе 2022 года она дала рост в 20x и стоила 60 центов. Сейчас ее стоимость варьируется на отметке 20 центов за монету. На этом, пожалуй, все. Мы рассмотрели токен Rose от и до. Надеюсь, вы подчеркнули из этого видео что-то полезное. Не забывайте ставить лайки, подписываться и писать комментарии. Всем удачи и будьте аккуратны.